Учиться познавать мир нужно с малых лет. Этим и занимаются ребята в детском университете КФУ. 14 декабря в стенах Института физики молодое поколение узнало много интересного. Они увидели, как устроены звуковые волны, познакомились с веревочным телефоном, наблюдали за резонансом. Своими руками прикоснуться к физическим и природным явлениям поможет ребятам осознать сущность многих предметов, которые их окружают. Струной специальной по этой пластине. Мне понравились эти опыты. Очень понравилось. Ну а вообще здесь было интересно все. Мне больше всего понравилось, когда дубой махает. И звук получался. Когда водой смачивали, я вдруг так вот, как будто смеешься. Воздух может колебаться, и с помощью этого колебания воздуха мы слышим эти звуки. Например, звук, он в космосе не работает, там нет воздуха. Если закрыть этот конец трубки, то не будет звук, а если открыть, то будет звук идти. На самом деле очень трудно объяснить маленькому ребенку, у которого только формируется представление о жизни, многие научные факты. Однако это под силу. Надо только окунуться в детский разум и привлечь их внимание. Захватить аудиторию, заинтересовать вопросами, смотивировать ее, поставить необычные вопросы, которые их ставят в тупик. Вот самое главное – возбудить интерес ребенка. Логика мышления, она соответствует их возрасту, а что касается интереса и мотивации, то она во много превышает интерес и мотивацию старших школьников. Помимо лекции со своими докладами выступили лауреаты Республиканской детской конференции научно-исследовательских работ юный профессор Казанского университета. Детский университет позволяет ребятам найти ответы на волнующие их вопросы, которые не объясняют в школе с помощью лекций. Если ты пропустил обсуждение интересного вопроса, то заходи на наш канал «Универсмотри» и вместе с ребятами убедись, что наука – это не только ужасно сложно, но и ужасно интересно. Александра Волкова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.